Итак, мои родные, я вам покажу мои очередные покупочки. Это от Kaufland, от моего любимого магазина. Вот купила я себе пиво. Это уже другая марка. Каменница. Она безалкогольная, 0%. Я алкоголь не пью, просто мне нравится вкус. Такой газированный. Пенливой течности. Вот такая, сколько ей, 12 тут, да? 12 штук по пол-литра они. Дальше купила я молока. Вот такой 1 литр, 5 штук купила. 1,5%. Будем делать блинчики. Идет масленица. Будем делать. И к блинчикам купила я мед. Вот такой 1 килограмм. Пчелиный мед, натуральный. Наш болгарский мед. Вот так он выглядит. Вот так. Дальше морковочка. Салатик буду делать. И вот такая большая капуста. Может, сделаем голубцы. И, может, борщик сварим. У меня на канале нет рецепта борща. Сварим борщик. Дальше купила вот такую картошку. Это 5 килограмм. Вот такая картошка. Я говорила, что она у нас уже такая свежая, молодая. Вот такая вот, такой мешочек. И купила моему любимому Стивену вот такой Феликс. Он любит. Вы будете свидетели. Записала я вам видео. Вот такие несколько видов он. Вот такие желированные кусочки. Здесь 4 штучки по 100 грамм. 8 пакетиков купила. Вот мой магазин любимый Kaufland. Вот цены. И все это стоит 58 левых. Делите напополам и считайте в евро. Вот так. Вот такие быстрые мои, были мои покупочки сегодня. Сегодня у нас 1 марта. Первый день весны. В Болгарии большой праздник. Мартиница, Баба Марта. Я вам сняла видео, будете, так скажем, ну, познакомитесь с нашей такой культурой, с традицией болгарской, мартиницы. Вот у меня на руке мартиницы, вот такие они, бывают самые-самые разные. Вот, вот такие вот. Так что, вот так. Вот такое было видео маленькое. Ждите новых видео, подписывайтесь на мой канал, канал Мона Лиза, и ждите новых видео. Все, всем пока!